Помните чехольчики, которые я заказывала себе? Так вот, в моей инсте была коллективочка, и приехали чехлы для вас. И на минуточку, это только первая партия. Так, ну а мы начинаем. Всего у нас 14 чехлов приехало. Есть на разные модели, что вы сейчас, собственно, и увидите. Первое — это Дзынь. Затем второй чехол с Минато из аниме Наруто. Вот такой вот прозрачный с Бакугу, мне очень нравится. Вот эти два был заказ от одного человека. Мужчинка Дилюк и Джунли. Но вот этот чехол просто невероятен. Зацените, какое покрытие. Затем из одной серии вот такие вот два, но только на разные модели. Ой, ну вот это вот прекрасная Макима и Пауэр. Еще есть дизайн по Геншину, он в виде чиби. Но вот эта вот модель меня больше всего поразила. Ну посмотрите, ну насколько же красиво-то. Ну а предпоследний чехольчик я брала для подруги, вот такой вот с Леви. И последний с Годжо выбрала моя мама. Он такой прям минималистический стиль, просто такой Годжо. Здорово. В общем-то, как-то так.